Уродливые, конечно, эти люди, хоть и добрые. Так каждое утро думает паук с личным номером ЛФ-6. Для своих просто Лёша. В его собственности участок с влажным грунтом, бассейн и небольшой домик для уединения и медитации. Лёша, уроженец Боливии, представитель семейства так называемых тигровых пауков. Характер выдержанный, нордический. Не женат, быстро бегает и очень хорошо умеет плести паутину, которую люди тщательно собирают. И зачем им столько, гадает Лёша. Мы используем несколько подходов, чтобы модифицировать эту паутину и получать новые материалы с новыми свойствами, которые могут быть полезны миру и человечеству. Это научный руководитель группы аспирантов, которые в ИТМО занимаются изучением паутины, или, если говорить правильно, паутинного шелка. До сих пор наука не в состоянии в точности повторить этот уникальный материал. Конечно, образцы искусственной паутины существуют, но она пока очень далека от настоящей. Лёша в этой лаборатории не одинок. Таких, как он, здесь сотни, и каждый день все они работают на благо человечества. Ученые всего мира спят и видят, как бы научиться производить такой быстро застывающий, прочный и в то же время эластичный материал. Поэтому паучки стараются. Паук – удивительное создание природы, а теперь еще выясняется, что и очень полезное. Конечно, с каждым днем мы друг к другу привыкали, и теперь уже нет такой боязни. Но в целом, конечно, это не очень обычное ощущение, все-таки животные экзотические. Это Александра. Ее лицо пауки видят каждый день. Она изучает их и паутину под микроскопом, заодно следит за здоровьем подопечных. Жалоб на условия труда пока не было, все понимают ответственность задачи. Паутина, производимая этим маленьким, но сплоченным коллективом, используется для создания искусственных человеческих сосудов. Материал идеальный. Во-первых, он состоит из белков и не отторгается организмом, а во-вторых, он обладает антибактериальным действием, причем подавляет только вредные бактерии. Кроме того, в таких сосудах не образуются сгустки. Нами был создан прототип искусственного сосуда на основе паутины, который как раз-таки идеально подойдет для больных с острой артериальной непроходимостью. Но это далеко не все. Как уже было сказано, если обработать готовую паутину наночастицами, она приобретет новые свойства, например, суперпрочность или суперэластичность даже по паучьим меркам. Еще можно заставить паутину светиться, и это поможет следить за ходом процесса вживления импланта. А еще можно сделать раствор на основе паутинных белков и обрабатывать им поверхности для большей прочности или ожоги на коже для ускоренного заживления. Нам интересны также работы, связанные с получением шелковых волокон, например, с магнитными свойствами. Это может использоваться в оптоэлектронике, по сути, для получения различных девайсов. Так что один маленький паучий шаг в изучении паутины вполне может обернуться гигантским скачком в развитии человечества. С этой мыслью сотрудники лаборатории и завершают свой рабочий день, отправляются по домам, а Лёша и другие пауки принимаются за вечернюю трапезу. Сегодня, как, впрочем, и всегда, в меню свежие сверчки. При съемках этого сюжета ни один паук не пострадал. Илья Федосов, Сергей Воробьев, Тимур Зеленков, НТВ, Петербург.